Вожака, вы видите, все-таки держится своим прайдом, обособленно. Вот. Здесь тоже лев, не помню, как зовут. Персей лежит. Персей, да, Персей лежит. Персей, привет. Ну и поедем посмотрим, как устроился прайд Олежки. И держатся ли они вместе. Мы пересекаем условную территорию разделения прайдов. Вот, как мы вчера увидели, здесь были взаимные нападения прайда Олежки, Фили, Вити и Чука. Противостояние вот именно под этим вот мостом. Ну и сейчас посмотрим. А вон они идут, они рядышком буквально наши. А нет, тут пока еще чипы мы видим. И Кай, белые львы объединяются. Кай, да, белые львы нашли друг друга. Вот, и два белых красивейших льва. Смотрите. Вот. Хорошие. Хорошие ребята такие. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот видите, вдоль ограждения мы видим с десяток львов. Прайд Олежки. И несколько львов из прайда. Из прайдов вожака. В саванне идет движение, но все львы очень достаточно спокойные, вальяжные. Витя и Филя вон идут. Красавцы два. А чуть подальше Олежка. Ну, вы видите, что локальные гонки продолжаются, это нормально. Вот идет молодой лев из прайда молодых львов. Странно, что он не держится со своими, а держится отдельно здесь. Однако большие львы его не тронули. Они выясняют, меряются силами вот с равными себе. Загнали представителей прайдов вожака на свою территорию. Вот идет, кажется, Олежка. С большой гривой, пушистый. Олежка, иди к нам, скажи всем нашим подписчикам доброе утро. Иди сюда, скорей. Иди сюда. Ау. 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 Ау.
Ой. Это Олежка. Вот так он возмужал. Вот какой он большой. Большой и деловой. Ну, поедемте, покажем вам остальных львов. А вон они бегут все назад опять. А, бегут, бегут. Ага. Белые не хотят уходить с этой территории. Им нравится пока. Они чука вон привели, сбегали за чуком. За подмогой. Как я уже неоднократно говорил, данные перебежки, данное устаканивание будет отношений где-то несколько дней, 3-4 дня. Потом львы успокоятся. Так, садись, давай.